Ураза-Байрам – один из любимых праздников мусульман. В этот день двери муфтия Дагестана, как и почти каждого дагестанца, открыты для всех. Шейха посещают тысячи людей, деткам раздают сладости, а взрослых угощают едой, горячим чаем и напитками. Обслуживание идет, алхамдулилля, очень хорошо. Вот, иншаллах, более 3000 человек расчет есть. Готовимся, и вот сейчас уже где-то 1000 человек уже до полдевятого уже пришли. Один из первых посетителей муфтия – мэр Махачкалы Салман Дадаев. Для него стало доброй традицией сразу после праздничной молитвы навещать духовного наставника. Очередной раз духовно обогащенный, довольный, подкованный вышел Ахмад Хаджи Афанди. Сейчас поеду к матери. Всем желаю тоже вот так посетить и старших, и лидеров, обязательно посетить родителей, порадовать детей. Всех еще раз с праздником и довольствия Всевышнего. По поручению главы региона Сергея Меликова поздравить муфтия приехала правительственная делегация. Шейх Ахмад Афанди, как всегда, учтив и приветлив. Гости желают духовному лидеру и всему Дагестану благополучия и процветания. Вот такие именно религиозные праздники, наравне с государственным праздником, это как раз является объединяющей силой нас, дагестанцев. Это особенно важно сейчас, когда в мире происходят такие серьезные события, связанные и с Украиной. Все эти годы незримо, невидимо, каждый день систематически проводят работу, направленную на нравственное воспитание, духовное воспитание наших людей. И результаты мы сегодня видим. Поток людей навестить шейха в праздничный день не прекращается. Здесь и депутаты Госдумы, и Народного собрания, руководители министерств и ведомств республики, а также именитые спортсмены и общественники. Я сегодня впервые познакомился, и мне кажется, это как раз-таки знак, вот это Всевышний, вот мы можем предполагать, а он располагает, когда кому где встретиться. Поэтому, мне кажется, это прекрасная знакомство, во-первых, приятное с чисто человеческой точки зрения, во-вторых, как раз в такой святой для мусульман праздник, я думаю, это как бы начало огромной большой дружбы и совместных больших добрых дел. Это такой праздник для мусульман, самый главный, наверное, в году, поэтому хочу всех поздравить с праздником, Ид Мубарак. На самом деле, очень приятно. Утром после Ид Намаза мы сюда приезжаем все вместе, в муфтию. Первый здесь кушаем, дальше уже по друзьям. По домам будем ходить. Всех хочу поздравить с праздником. Шейх Ахмад Афанди лично встречает и провожает гостей. Ежегодно на Ураза-Байрам к муфтию приходят около 3000 человек. Здесь верующие находят радушие, умиротворение и духовное обогащение. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.